Ребятушки, всем привет! Совместно с грузином мы решили запилить видос по вашим вопросам. То есть вы спрашивали, куда дел пилу, вернее пилораму, и что с ней стало. Да, я ее отложил в долгий ящик, то есть я занялся другим проектом немножко. Вот, а ее как бы забросил. Но пришлось вернуться, да, к ней и расскажу, что я сделал. То есть ранее стоял на ней вот такой шкив на двигателе. Я его заменил, поставил чуть побольше, увеличил при этом скорость, но потерял в мощах. То есть скорость увеличилась, обороты, но мощности мы потеряли на выходе вот здесь. Вот. Поставил три полотна от лобзика. То есть 130-е полотно, я где-то приблизительно на три части ровно сломал. Вот. И вот получилось по три части. Ножи, зубы вернее, поставил вниз по расположению. То есть, чтобы в борт упирались сюда. И уже пилились. Вот. Ну а что из этого вышло, давайте посмотрим. Детонация дичайшая стала, просто не знаю, такого не было. Видите, как она ходить начала, да, угляди, сейчас уедет сама. Пальцем немножко придержите или проклеивать ее, будет проще. Обороты дикие стали, но я бы еще добавил. Это, ребята, клен, ветка клена. Все. Шучу. И сейчас пошутил. Погнали. Короче, если сильно давить на нее, ее подклинивать начинает. Опилки летят, но очень мелкие. Очень-очень мелкие. Все, я с пазы ушел, предел. Несколько раз я пробовал запилить этот клен. Но такое ощущение, как будто он вот здесь вот подсох в этом месте и кристаллизовался. Да, вот, блин, цифруем. Вот, есть распилы, да, их видно. То есть я несколько раз пробовал задирать его. Вот. Ну, чтобы распустить вам вот такой ствол в масштабе 43, да, уменьшенном, да, неимоверных размеров, вам придется сидеть его пилить целый год, чтобы распустить. Пробуем дальше. Это бывшая дощечка от фруктов, от коробки с фруктами. Запускаем еще раз. Придерживаем пальцем, чтобы она не уехала. Запускаю я все на одно полотно ее. Вот если сильно прижимать, ее подклинивает. Мощей не хватает, мощей. И постоянства скорости не хватает. То есть чем сильнее прижимаю ее, тем она сильнее начинает тухнуть. Так, ну и что, вот здесь распилы вам видать, не видать? Вот, тоже попробовал горизонталь и вертикаль попилить. Распилы есть, но если вы будете опять же пилить ею, работать, вам придется пилить еще один год. Вот это уже пошли китайские палочки в ход. Пробуем их. Это долгая, мучительная работа, ребята. Работать на пилораме это вообще один грузин только знает.
Я хрен знает, китайские палочки из чего сделаны, но они вообще не пилятся. Они пилятся, и то есть у них есть зазубрин, да, вот тут. Получилось вот немножко наказать ее. Вот так, да. Видно, вот, попилил вдоль. Вот. Вы не подумайте, я не так ее вдоль спилил. Это место слома. Пилил я его здесь, вот посерединке. Вот там на пальцу немножко посмотреть, если видать. Вот. Пробуем далее. Пластик 2-миллиметровый. Пойдем из наибольшего к наименьшему. Что же она возьмет? Пластик аж подлетает. Мне кажется, если палец туда засунуть, палец точно пильнет. Так. На пластике тоже есть задиры. Вот, видать, дело, да? Вот. Но, опять же, долго. Пробуем миллиметровый пластик. Сейчас пойдем на три полотна. До этого я пилил на одно полотно. Попробуем распилить на три. Не, ребята, сразу встает проблема, да? Это не из-за того, что сейчас вот в данный момент вот не может взять она. Она его берет, она даже неплохо, она его лучше берет, чем тот пластик, предыдущий. Но фишка в чем? Он прыгает дико, я его поймать не могу. То есть надо сверху щеку ставить, которая будет держать ее для распиловки. То есть здесь можете увидеть, да, вот задиры такие хорошие. То есть вот такие доски, ну, имитации доски, или не знаю, или доски найдете. Вот именно с такой толщиной. Он ее пропустит. Потому что здесь задиры побольше, она уже побыстрее идет. Что еще распилить, я не знаю. Может, что-то попробовать из холодильника вытащить. Давайте попробуем распилить печеньку. Рыбка прыг-прыг-прыг. То есть попробуем распилить печеньку. Ребята, вы будете в шоке. То есть вот эта вот рыбка, и вот так она ее пилит. То есть если мне увеличить на нем мощей и увеличить силу на нем, то возможно она дерево будет пилить на выходе вот так вот. Да, это было бы очень интересно, мне кажется. Вот, ну, что еще могу распилить? Вот, то есть, как вам сказать, печенька очень пористая, да? То вот еще попробовать распилить. Колбасу попробовать или мясо распилить. Во. Есть такой. Давайте попробуем распилить морковь. Пойдет ли морковь? Во, морковь-то. В принципе, наверное, если на один делать, ребята, она ее пилит. Вот у меня сейчас на три полотна пошла, то есть когда было одно полотно, оно пилило. Сейчас на два, и вот уже на три пошла. То есть детонация дикая. Смотрите. Вот морковка, да? И морковка немножко мягкая. То есть она была почищена, в холодильнике лежала и немножко подветрилась. Вот, но он ее пилит. Наверное, если взять твердую морковку, он ее вдоль распилит. Так как печеньки он пропиливает, мне кажется, очень даже хорошо. Запустим еще раз рыбку. Говорят, над хлебом издеваться нельзя. Сильно не торопитесь распускать. Ай-яй-яй. Я боюсь пальцы толстым просто. Поэтому такая беда. Поэтому тороплюсь, и она падает. То есть надо снизу стол делать. Я понял, что мне не хватает, ребята. Вот здесь
промеж пил снизу должен проходить столик, да, какой-то опорный должен быть. Вот здесь вот снизу, чтобы она упиралась сюда и не шла. То есть это будет еще одна доработочка, которая... Почему? Потому что я, ну, не делал, я, ребята, я вам честно скажу, я ее собрал, вот сейчас у вас перед глазами, то есть, вот, у меня был процесс вот... Да, вот здесь вот опилки, крошки вот вылетели. Вот, теперь что нужно? Если вам интересно это, вот такие распилы, да, делать в печеньях, вы пишите, скажи, давай ее там доделаем, не знаю, для того, чтобы она дрова пилила. Вот, дело доски, их не надо будет потом в магазине где-то покупать. То есть вы же покупаете к масштабу 43-му, а можно здесь доски спокойно пропускать, то есть... Нужно увеличить просто мощей и увеличить скорость еще. А снизу поставить крепление и на выходе тележку. Вот, мне кажется, все. Если вам будет интересно, ребята, пишите. Попробуем. Ну, на этом всем спасибо. Пока.